Меня попросили это очень сильно сказать. Че, как дела у вас? Где ты взял эти очки? Мне специально прислали. Это разрешенные. Привет, привет. Че, как дела у вас? Так, это блондинка. Здорово. Да, конечно, со всеми. Прочь плакаты. Как у вас дела вообще? Давайте, может быть, отойдем, чуть переместимся. Да, давай. Или что-нибудь мне, может, кто-нибудь подскажет, что нужно делать. Я очень себя некомфортно чувствую сейчас. Паша, я узнал себя, чувак. Здорово. Я тебе принес. Слушай, а как известно, тут же... Здравствуй, с той стороны. Спасибо большое. Я и розы около тюрьмы. Какие радости есть у человека? Уметь заварить, правильно? Да. Позавариваем уже все, что только можно. Жал, сниму очки. Олег, а можете чуть-чуть дальше отойти? Конечно. Могу подкрутить, близко подкрутить ус на камеру. А усы настоящие? Усы настоящие, я срастил их целый год. На зло начальнику здесь одному из управы. Мой способ был борьбы с ним. Ему не нравилось все, что я делал, усы ему не нравились особенно. Как вы провели последние полтора месяца, когда ваши условия ужесточили? Ну, сидел там днем на полу. Как я. Там, ну, такая небольшая камера, деревянный пол, каменные стены. Сидишь, читаешь книжку или чем-то рисуешь. А что читали? Последнее, что прочитал, «Воскресенье Толстого». Ух ты! Олег, что вы хотите сегодня делать? Как вы хотите все провести день? Я сейчас хочу побыстрее домой поехать. Поесть шашлыка и окрошки. Круто. Олег, скажите, а будете еще бороться с администрацией после выхода? Если да, у меня даже 11 числа суд здесь будет. А по поводу какого? Ну, по поводу бездействия прокуратуры и то, что они не реагируют на жалобы осужденных. Приедете? Приеду. А перестаньте говорить слово «осужденный». А это очень хороший вопрос. Я постараюсь начать прямо сейчас «осужденный». ЗК буду говорить просто. Олег, какие планы на дальнейшее? Никаких пока. Я пока не определился, насколько пока нужно. Олег, за эти годы вы чувствуете себя лицом компании «Евроше»? Да, несколько, да, хорош, да, отлично. Я даже им предложу свои услуги. Может быть, этим и займусь в ближайшее время. Когда следующий рассказ про собаку будет? В скором времени. Я думаю, до конца года будет финал истории про Чубаку. И выставка картин еще нужна. И выставка картин. Ну, если нужна, то вот сделаем выставку картин, конечно. Вот вы получили только юридическое образование в колонии. Вы планируете быть юристом или, может быть, политиком после освобождения? Не могу еще пока сказать. Но юристом, если я получил юридическое образование, я уже как бы юрист. Уже с этим ничего не нужно делать. Что можете сказать другим заключенным, которые сейчас находятся в колониях по таким же политическим делам? Ну, все будет хорошо. Вопрос все. Когда-нибудь все будет хорошо. Держитесь, что можно еще сказать. Администрация колонии вам сказала что-то напоследок перед вашим освобождением? Они 2 дня мне говорили, потому что здесь они говорят, что будет половина орловской полиции, они готовились приезду какому-то. Просили очень сильно, чтобы не находились мы около колонии, на парковке. Все говорили, ну что, Анатолич, мы же не хотели тебя прессовать, сам все понимаешь, Анатолич, и вот такие вот вещи. Так вы думаете, они будут скучать по вам? Думаю, они сегодня напьются все. А было что-то, что вот понравилось в тюрьме? Классный вопрос. Да. Как камера проводила? С арестантским уважением и братским теплом, как и подобает. Чифером. Всеми этими делами. А планируете поддерживать связь с людьми, которыми сидели? Ну, да, как вам сказать, смотря с кем, смотря, ну, чтобы в тюрьму писать им письма, в этом плане, да не очень планирую. Я не сказал бы, что не очень они этого и ждут. Мне кажется, я, может быть, единственный человек, который здесь вообще почтой пользовался во всей колонии. Как вы оцениваете работу Почты России? Отвратительно. Омерзительно просто. Они теряют половину писем, а другая половина идет год. Примерно так.
что еще? Ребят, как всегда, да. В таких ситуациях никто не понимает, что делать. План у нас очень простой. Ну, естественно, мы хотим как можно быстрее отвезти Олега домой, к родителям и ко всем остальным. Спасибо большое всем, кто приехал. Я просто хотел сказать и от себя, и Олег, наверное, добавит от себя, огромное спасибо всем тем, кто в течение всех этих лет помогал, поддерживал, там, писал письма, занимался. Олег-то этого не видел даже, большую часть этой работы, которая была здесь. На воле, когда его поддерживали и так далее, это было грандиозно, замечательно, и от всей нашей семьи большое спасибо. Всем спасибо. Ура! Я по этому поводу еще напишу. Да, у нас есть металлическое ведро, чтобы сжечь эту деревнорубу, да? Но мы не будем, конечно, делать этого здесь. Мы где? Сделаем это в интимной обстановке, да. В каком-нибудь сухом поле, чтобы поджечь еще травы побольше. А в управление исполнения наказания не хотите съездить им? Их поджечь. Там же их поджечь. Ну, возможно, несколько позже. Только если задержаться здесь еще на 30 секунд. Да. Возможно, в какой-нибудь масочке. Все, ребят, спасибо большое. Вы очень милые. Не снимайте больше нас, потому что мы не знаем, что делать. Спасибо, поздравляем. Хотим пообниматься с друзьями.